Добрый вечер, я Алексей Зюзин, вы смотрите проект телеканала ГИС «Жигулевские ворота». Мы вновь возвращаемся к событиям, прошедшим с момента первого футбольного матча, сыгранного в городе Самара. А было это, как вы помните, ровно 100 лет назад. В каждом из 100 выпусков программы за 100 секунд мы попытаемся вспомнить об одном знаковом футбольном событии, дате или имени. Разумеется, история профессионального футбола в Самаре пишется не только крыльями советов. В январе 2005 года в Самаре был основан футбольный клуб «Юнит», в состав которого вошли преимущественно игроки самарского «Локомотива», имевшие высокие показатели в областном и городском футболе. В первый год своего существования ФК «Юнит» дебютировал в чемпионате России в третьей лиге под руководством Рашида Абдулхаковича Конеева. Дебют поистине получился удачным. Самарцы начали чемпионат с 5 побед кряду, причем первые две были крупными – 5-1 над «Бугурусланским нефтяником» и 5-0 над «КамАЗом-2» из «Набережных Челнов». Первое место по итогам чемпионата дало право «Юниту» в 2006 году выступать во втором дивизионе, а это уже профессиональный уровень, на котором, к сожалению, молодой клуб с берегов Волги удержался недолго. В 2009 году клуб прекратил свое существование. А теперь викторина «Футбол с телезрителем». Насколько хорошо вы знаете историю футбола? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего земляка. Сколько лет исполнилось заслуженному мастеру спорта Виктору Карпову? Отвечайте правильно и получайте ценные призы. Полная информация на сайте www.samaragis.ru. До встречи!